Всем привет. Вчера зарядники забыли. Как так умудрились забыть их, не знаю. Зарядились. Что, торговый центр? Мы сегодня будем тут менять стеклопакеты. В одном из банков желтеньких и еще, по-моему, в пару местах. Вот. Вот они. Сегодня? Там сейчас. Бля. Бросай их и пошли тащить. Соски. Соски там. Так, у нас еще два стеклопакета. Зенитный фонарь. Огромные тоже. Что, будем сейчас поднимать их на вон ту крышу. Всем привет, это продолжение, а точнее начало нового ролика. Идет телефон забирать, не отдам. Да. Давай сразу всем привет. Мы находимся в Нижнем Новгороде, Международный центр торговли. Мы там работаем, Сбербанк, мы там работаем. Там площадь Свободы, там площадь Минина. Да. Это улица Варварская, да. Там улица Ванеева. Это просто старый дом. Номер 29. Это шаурма. Мы там не кушаем. Давай дальше. Просто светильники. Там вот раньше можно было машины ставить, но их уже не ставили. Вот там дом, там есть парковка, но туда машины не заезжают. Да, там что? Там Планета X, там раньше шубы продавали, цыгане какие-то. Да. Вот там дальше церковь, там... А вон Кремль. Все, это стол, это такая сидушка, ни разу на ней не сидела. Она поехала, ладно, там завернула. А здесь объект 313 раньше сидела. Да, мы там ставили веревочный довод. Собака. Как обычно, все делали через жопу. Поэтому все, теперь мы начинаем работать. Компания Мастер, все. Все, да, все, да, иди, режь давай. Нет, я не знаю, как раз, ты мне скажи. Да? Так, нам сегодня предстоит заменить пакет. Да, вот этот пакет, такой. Вот мы сюда вставляем все это, и вот так вот это будет держаться. Вы все это увидите. Да? Прекрасно, если у вас есть какие-то вопросы по замене структурных пакетов в Нижнем Новгороде, обращайтесь к компании Мастер. Я заикаюсь с 2 лет. Ну, пошли. Нет, скажи, что я начерчу чертеж сразу. И чертите чертежи. Нажимаем, да. Угу. Сегодня меняем разбитый стеклопакет. Он уже третий раз это говорит. Вы представляете, ну, каждый да, раз. Да, иногда кажется, что ТикТок, Инстаграм, Ютуб. Значит, это структурочка. Напишите, вот он. Вот он там внутри. Смотрите. Сейчас вытащим резинку и будем менять. Резинку подрезается, пакет вытаскивается. Сверху вот такие силиконовые плюшки. И под этими плюшками вот такие штучки. Сейчас откручиваем. А этот силикон. Офигеть! Ее не надо было прорезать? Нет. Тут нет никакой ваты. Там же велотерм должен быть компенсатор. Офигеть. Слушай, так а мы можем назад этот шнур засунуть и все. Да. Конечно. И мы ничего не будем ставить. Да? И если не было велотерма, так мы его и не поставим, правильно? Это же кто? Это же компания Мастер. Мы такие, как все. Не надо думать, что кто-то лучше, что кто-то хуже. Блин. Хотя бы стул надо было взять. А он где? В офисе? Я не знаю, было вообще. В следующий раз, когда мы будем менять пакет, мы обязательно с собой возьмем. Мы обязательно. Нет, обычно же здесь должен же быть же. Как с Макдональдсом, с петлей, да? Вот в следующий раз мы обязательно заменим петлю. Но не в этот раз. Не, а что, во, нормально. Сверху пройдемся. Да я тебе говорю, а ковер повесить вообще прекрасно будет. Ковер, да. Целый ковер. Таскиваем герметик. Стой. Там обрезать его надо чуть-чуть. Обрежем просто. Обрезается. Все, доступ. Сейчас откручиваем, пакет вытаскиваем. В общем, короче, мы разобрались. На самом деле все не так. Тут не велотерм идет. Не разобрался. А тут идет вот такая резинка. Черно-белый цвет. Нет, черно-белый цвет нам не надо. Так. И вот такие прижимные штучки. Прижимчики. У нас первый-то большой пакет стоит? Я не знаю. Так, а маленький что-нибудь прикручен, что ли, хочешь сказать? Только иди, большой? Иди возьми сразу штучку и проверь, в наш что влазит вообще. Не лезет. Ну вот, откручивай здесь. Проверить? Так, вот я нашел раз. Точно. Единичку в конце. Сейчас разобьешь что-нибудь. О. Вчера смотрел чувака про Зигению. Короче, когда металл, разный металл с друг другом, это получается коррозия какая-то, анодированная коррозия короче, какая-то. Так вот, здесь идет вот эта заглушка, заводская, и сверху замазан силикон. То есть нам сейчас надо будет от этой резиновой заглушки силикон срезать, она вставляется вот сюда в паз и предотвращает попадание лишнего силикона. А это уже силикон вот идет. Ты зачем с моей рулетки так поступаешь? Сейчас будет грачить ее. Туда-сюда вот так. Чик-чик-чик-чик-чик. Вот так. Чик, ну ты знаешь. Да-да-да. Во-во-во. Чаще.
Так, мы все, короче, вскрепили. Сейчас я камеру поставлю. Давайте. Работу. Вот мы закончили работу, да? А вот то, как болт просто открутил. Да, блядь. Ну, эту штуку не открутить. Дома сейчас иди посмотри, с какой стороны там. Смотри. Так вот иди посмотри, пожалуйста. Включил он болт. И смотрим, что тут не то было с ним. Оцените качество трещины и скажите, почему все так произошло. Я сейчас, блядь, тебе сделаю, что было дальше. Так, ну как обычно, у меня камеру поставил и ничего не заснял, как мы... Ничего не снял я, короче, прикинь, как мы вытаскивали его. 3 часа мучились, короче, да шутка, нет. Все, сейчас его втыкаем и крепим, по сути. Держишь, да? Делов-то ерунды осталось. А, ну потом только останется это делать, герметизацию. Герметизация у нас будет получаться с помощью вот такой колбасочки. Вот человек вам рассказывает, он вам просто вот рассказывает, так не надо, вот ты, мы ты будем не делать. Снимаешь, ты не снимаешь. Нигде не снимаю. Как, все идет? Да. Так вот, не человек так, вам рассказывает. Боком. Поэтому этот бред не слушайте, мотайте сразу на конец. Все. Да мне каждый раз. Ну все, давай, сделай. Давай. Мы сделали герметизацию, мы сделали так и так. Зачем? Давай. Вот мы пукнули и поставили пакет. У нас крепежи совпали с крепежами, которые крепежи. А кто рисовал? Кто, Миша? Потому что ты стрелял, а я пьянил. Мерили мы его тоже. Ну все, сейчас, короче, силикон и пошло дело. А сверху, кстати, не надо силиконить. А вы переживали, что нам силикон не хватит. Нам только вертикалочки засиликонить. Смотрим, что у нас тут из помещения. Не все четко. Все четко, ровненько, как надо. Закинули колбаску, отрезали ее. Штучку закидываем. Тань, ты уже герметик склеил, мы еще у нас еще ничего не готово. Ты что делаешь? Пока мазать буду. Не надо. Ну как? Сначала надо его закрепить полностью, а потом уже мазать. Так да, я сейчас... Дим, выкинь его телефон. Вот это что за человек, а? Нытик. Сюда тоже надо. Куда? Наверное, да. Вот нытик я, да? О, пошло уже дело. Плевать. Так, ну что, погнали силиконить. Резинку мы это подрезали, обратно ее вставили, сверху слой небольшой, там буквально 5 миллиметров. И шпателем. Слушай, Саня, давай я заведу свой канал. Я уже думал об этом. Давай. То есть ты выпускаешь видео свое, а я потом после тебя снимаю видео, да? Как ты говоришь, вот мы такие молодцы, я потом прихожу и говорю, смотрите, какие бракоделы. Мне кажется, прям успех будет. Знаешь, такая фигня, да, что надо туда было вмазать. Да, сразу. Давайте ставьте уже что-нибудь. Сюда намажу и силиконом наделаю. Что кто-то создает. Включаю. Ну, организацию. Ладно. А потом рядышком с ней конкурирующую организацию. Все, вот такой ровный слой получается. Сейчас убираю малярку и все, ждем, пока высохнет. А это сейчас засунем, чтобы... Экономия, так сказать, была хотя бы минимальная. Ты можешь пока вверх закрепить, правильно? Да. Вверх. Не, мне просто я со шпателем хожу. Но ты его можешь положить. Пока у нас закончатся деньги. И налоговые арестуют все счета. Но жизнь она такая. Делай, что должен. Наплюй на все. Так, делаем там резинку. А здесь мы резинку уже сделали и уже даже начали загерметизировать. Шпателем уже ровненький слой офигенный. Высохнет, будет вот такая резиночка. Да, чтобы туда лишнего не проваливалось, крепеж не пачкался. Запихиваем. Да, не будешь прикручивать. Все чистенько, да? Пистолет чистый, да. Так, ну маленько осталось. Короче, у нас на 2 вертикальные шва ушел целый тюбик 700 мм. На, чистый шпатель. Убираем маляр. Может быть это здесь прикрутили, может его сюда вмазать, нет? Не надо, зачем? На, это с комкой как-то. А что, пополам? На, ты комкой. На, комкой.
Пополам-пополам. Ну, а Мишка решил поработать чуть-чуть. Плохо приклеили. Уполовинь его. Так, вот я не знаю, насколько он быстро встает. Ну, шов супер получается, красивый. Лучше, чем у них. Они здесь что-то срезали, походу, потом. Вот так пахнет. Вот здесь вот ровненький шов. Горчицей? Да. Обычно он это уксусом должен пахнуть. Не, горчицей. Ничем не пахнет вообще. Ну все, один пакет в мандиле. Тут его тоже прикрутили. Ух ты, гад, а? Я в тебя, что попал? Да, друг, друг. Так, нам останется сейчас загерметизировать низ силикончиком, как вот здесь сделано. Ну, как немножко по колхозным, конечно, но куда деваться. А у них что-то, говоришь, протекает внутрь, да, вода? Там они внутри тоже замазаны. Что, пойдем поднимем пакет? Руками там аккуратно в шов бей. Миш, ты просто прикручивай и все, она прикрутится, ее не надо никуда втаскивать. То есть как она прикрутится будет? Да, просто бери шуруповерт, саморезики. Дай ему саморезы кучу. Они? Вот они. Годит саморез. А где? Еще? Знаю, вот еще один. На них прикрутили, да? Я ведь давно я их уже взял себе. А у тебя короткий здесь почему-то. Ну, один лишний остался. Герметизацию сделали. Здесь надо силиконом проходить. Герметизацию сделали. Специальным клеем вот. И все дела. Саша, да. Заряжай силикон. Я сейчас все заселишь, не ашню. Ну что, круто. Этот пакет на дачу Мишке повезем. Он любит собирать эту шняку. Мишка спрашивает, долго ли мы будем использовать смазку для буров, для смазывания фурнитуры. Она потому что на основе литол-солидола. Я вот даже не знаю, что ответить-то. Сам прикол то, что все, этот стеклопакет мы заменили. Все за герметизацию сделали. Она уже, кстати, у нас встала. Очень классный силикон вообще. ТБМ брали его. Так, что значит? После этого нам что остается? Только собрать мусор здесь. Потому что здесь такие заказчики щепетильные насчет этого. И начинаем второй стеклопакет у нас тут еще. Тут он наполовину. Здесь нет герметизации. Вот кусок подоконника здесь зато есть в качестве компенсатора. Выкручиваем его. Вырезаем резинку. Здесь тоже угол интересный такой. Интересно, он заводской или нет, какие-то такие стекляшечки. Вырезаем герметик, вытаскиваем пакет. Он побольше, не мощно, не мощно. Немного. Три руки работы. Самый простой демонтаж. Это просто подрезать резинку. Не надо мучиться с крышками. Стой, так ты возьми эту битву нормально. Позетка, что ли, конечно. Какая позетка? Стой, ты там можешь... Где? Сейчас сорвет, где? Ну не надо там. Это тройка, это тройка надо, а у тебя двойка. Да она не видит, как они куда-то, блядь, какие-то бока, блядь. Ну они еще и бока-то пищи вырезают. Тут вообще супер тонко с тизом силиконом намазали. Что, она перекосила ее? Надо подвинуть. Вот еще один болт. Ага. Суть только. Очищайте пока. Дай ножичек. Ножичек. Давай сделаем дело. Давай. Зачем? Не, ну я поподробнее. Парни попросят, а что ты там не снял половину? А я скажу так мне. Какие классные парни, да? Да. Не то что. Не то что. Какой-то. Попал. Парни. Телефон. Опять. Парни. Вот ты на это время тратишь. Классный парень. Это начальник в таком состоянии?
Да. Отлив ты должен быть, по сути, под крышкой. А может, так и сделаем? Тут отлив можно под крышку засунуть. Дим, голову убирай. А вода потекла, гляди, откуда? Она стоит там просто. Реально вода. Много. А, она просто там стоит. Так она и попадает внутрь. Да, откуда, интересно? Она там попадает внутрь. Как это так? Все, можно вытаскивать? А, снизу еще один. Два. Так, а, тут компенсатор мы вытащили, да? Термоставку я имею в виду. Не было. Да, да. Термоставку. Да, да, он прям полностью она вся вышла. А, она с этим? Где? Вон она лежит, вон. А, вот, это вот, вот это кусочки. Багета оттолкан тяжелый. Так, ну давайте опять же посмотрим, куда у нас, как у нас саморез проходит. То есть саморез сюда заходит, а здесь, вот он здесь упирается, кончик его видно. Кончик уперся и все. И поэтому она вытащилась вместе с крышкой. Как у Сереги из Екатеринбурга. Попробуй цепи, может, видно. Ну и вопрос, будет ли сюда? Будет ли сюда? Будет ли сюда попадать воздух? Вот так. Слушай, сюда, мне кажется, надо бутылки надо наклеить. Вот на эту сторону. Да. Может, пойдем, Куда вы? Там, понимаете? А я срезаю с резинки старый силикон. А они говорят, что я не работаю. Открути нижний пока. Давай, давай. Нашли битку? Саша, двумя руками. Злодейский хотел меня обмануть. Можно посмотреть, как он тайно подсмотреть. Ничего себе, кофточка. Худи это называется сейчас. Худи. Тоже не название, блин. Худи. Что еще за худи? Что мы еще за хухи? Нормально, фасадка стоит. Каким-то жидким уголком скреплена. А это что? А, это просто какая-то декоративная пластиковая штучка. О, это прям идет изначально. Изначально такая идет. Ну что, втыкаем? Так, все, сейчас сюда обратно ставим. Ну не, нормально. Все нормально, не переживай. Штучки. Тут особенность в чем? Надо было нарисовать очень качественный чертеж, чтобы у нас вот этот крепеж соответствовал закладным вот этим. Знаете что, ребята, идите вы все в жопу вместе с Александром. Достал он уже прям. Не работает вообще нифига. Да как не работает? Да потому что не работает. Тупое сверло. Сделай ты новую дырку и все. Сделай новую дырку. Не-не-не. Издалека.
как отжимает. Бля, я нихуя не снимал. Я только сейчас нажал на съем. Чтобы вы понимали вообще, так надо снимать. Чтобы вы понимали, да, все это происходящее, он уже третий раз записывает это видео, пока мы все это делаем. Вон, дождик может начаться, на нас тут ругаются, что мы... Не, а он третий раз записывает видео, вот это, понимаете, как с ним работать? Достали, все, и вы достали, сами погуглите, сами что-нибудь начните делать, все будет прекрасно, нечего на нас учиться, на наших ошибках, свои делайте. Сейчас, кстати, проверим, как вот держат вот эти саморезы, которые здесь стандартные, как они держат, и посмотрим, как вообще получается. У нас же так много времени. Вот, сюда смотри. Вот туда прям. Вот, у нас саморез зашел. Закрутился, вот я его прокручиваю. Сань. Вот, как он там. Он не дошел до профиля. А если мы возьмем... Что? Ну что ты делаешь? Надо бутылку клеить, собирать. Тут бутылки нет. Как? Мы же хотели ставить. Головку. Теперь, короче, берем головку. И наши саморезы, которые 45-е, которые для как раз 32-го пакета. Смотрим, насколько они длиннее. Вот настолько они длиннее. И попробуем сейчас. Давай пониже возьмем, чтобы эту разбитую. То же самое берем, прикручиваем. Так, мы его закрутили и пытаемся вытащить. Все, он не вытаскивается. Он зашел. Ой, он вообще не вытаскивается. Он туда пробовал. Кто-то зенкер сделал. Блин, и что делать теперь? Вот так. О, сейчас, если термоставку вытащить. Ну, в общем, сейчас. Он у нас зашел туда, он прям нарезал, видно. Он зашел туда в профиль. Вот. Ну-ка, закрути чуть-чуть. Да. Только не прикручивай. Ну, в общем, туда он в профиль закручивается. Там и вот он там сидит, да. А этот, он нифига не достает. Вот он доставал до сюда, видно, да? То, что он уже заподлицо. Еще плюс толщина самой профиля. Может, начинается, может, нет. Все, давай, короче, выкручивай его. Вставляем резинку. Вставляем резинку. Так, да, нам везет, начался вся дождик, да, Мишка? А мы уже протыкали резинку старую. А мы сейчас на влагу будем герметиком тыкать. Да. Посмотрите наше видео. Пока мы заработаем. Мы быстренько замазали все, ленту сняли. Дождик уже кончился. И нам надо поставить крышку. О, четко. Потом ее держишь. Куда далеко не ходить. Руками. Точнее, кулаками. Ну все, жесть. Сейчас там засиликаниваем, засиликлениваем и все. Останется низ заделать, загерметизировать. Пакет готов. Так, про пленку я уже говорил. 6 Феникс W Blue 52. Притупление. То есть это у нас закалка идет. 26 топ-н, притупление, закалка. К нему опасно подходить близко с телефоном. Все, ребятушки, мы закончили. Заменили, замазали, зашпатлевали. Шов получается очень классный. Здесь у нас прижимочка идет, там засиликонили. Тут сделали все как надо, тоже замазали. Бутилочку наклеили. Так, шпатель, мне кажется, надо обратно отдать. Вот это выкинуть в мусор. Ты хотел вырезать профиля. Так, все, мы собираемся. Сейчас выкидываем эти пакеты прям с крыши. Там сейчас у нас подъедет тачка с контейнером. Нет, тут тоже какая-то красота. Так, значит... Еще раз пойдем смотреть работу. Ну что, пойдем работу сдавать? Цвет, это не пленка, это стекло Blue. Соответственно, вот еще одно наше стекло. Тут уже все встало. Вообще такая, как шагреневая кожа. Шагрень.
герметик. А здесь они его резали зачем-то. Мне кажется, они сначала замазали, потом срезали лишнего. Ну что ж. Саморезы убирай. Нафиг. Так, до чего еще могут докопаться? Надо подумать. Это ключ самый главный. Удобно, когда работаешь с этого этажа, тебе надо таскать пешком, а на грузовом лифте. Да?